31 октября в архиерейском доме города Красноярска пройдет 10-я межрегиональная общественно-педагогическая конференция «Духовно-нравственное воспитание личности школьника в условиях обновленных федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования». Главными вопросами, которые будут обсуждаться на конференции, заявлены концептуальные основы и практики приобщения к духовно-нравственным ценностям при обучении основам религиозных культур и светской этики и основам духовно-нравственной культуры народу в России, приобщение к познанию основ православной культуры через межпредметную интеграцию, профессиональное развитие и компетенции учителей основ православной культуры, деятельность классного руководителя, работы с родительским коллективом в рамках организации свободного выбора модулей и обучения этих предметов, взаимодействие семьи и школы по приобщению детей к основам православной культуры. При возникновении вопросов обращаться по адресу kerps@mail.ru, адрес Красноярск, улица Горького, 27.